Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня у нас 1 мая. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. И хочу поделиться одним маленьким секретом, как нам увеличить урожай перца. Смотрите, вот наш перчик. У него уже активно формируется завязь. И вот эту центральную завязь, точнее ее называют коронным цветком, его все-таки лучше удалить, отщипнуть. Ведь на каждом перчике есть такой коронный цветок. Его мы удаляем. И, соответственно, затем у нас на вот этих развилочках будет гораздо больше завязываться плодов. И, соответственно, у нас будет больше урожай. Вот я сейчас по каждому перчику буду проходить и удалять вот эти все коронные цветочки. Тем самым мы как бы у нас растение, оно не будет тратить всю свою силу, вот этот центральный плод, а больше именно будет урожай формировать на своих этих других развилках. И у нас таким образом будет гораздо больше плодов. Сегодня я борюсь с сорняками. Такой сорняк у нас понарос. Был буквально 1-2 сорнячка вот этих вот. Теперь их просто огромное множество. Поэтому, если вдруг заметите где-то у себя вот такой вот, я не знаю, как он называется, но просто он разрастается с таким громадным количеством, его просто очень-очень много становится. Поэтому, где заметите, сразу удаляйте. Несколько лет, и вот он просто расплодился до ужаса. И еще раз про сорняк, смотрите, какие у него корни. Просто огромные вот такие вот корни в земле. Он просто неубиваемый. Такие вот корни огроменные. Их очень сложно выкапывать. Ну, конечно, прям долговечный он заведется. Потом просто сложно будет с ним бороться. Такая куча целая. А всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!